преступления! Кто чего боятся? Смотрите внимательно, они меняют историю! Сначала идет конвоир, потом потопой, протягивает руки в небольшое окно. Конвоир снимает наручники, садится на стол рядом с клеткой, идет, садится рядом с ним. Подсудимые опасны для общества и могут помешать судебному следствию. Поэтому на время суда их надо оставить в изоляторе. Приёт топором получателей комнаты, судья по решению через суд уходит. Маша, Маша, вставай, Маша, ты проспишь суд. Маша, с того утра. 5:30. Разрезала черные колготки, вставила в кеды вместо штурков, надела черное платье. Кофе и сигареты. Доказание должно быть таким, что совершать подобное было. На выходу ждать вас никто не будет. Щелчки водокамер, первый раз сотни щелчков, поменять выстрелы. Выстрелы камер. Экшн. Осудимые обвиняются в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти и вражды, а также вражды по отношению к социальной группе, группы лиц по предварительному сговору. Осудимые инстанции. Алёкина, вам понятно обвинение? Здравствуйте, здравствуйте, я создаю понять, что все православные должны вставать на выборы за Путина. Я православная, но придерживаюсь других политических взглядов, как быть непонятно. Что вам непонятно? Непонятно, почему общеночная кого-то ненавижу. Прокурор вам объяснит, почему он так считает. Обвинение прочитано, понятно, доступно, русском, литературном языке. Что непонятно? Прокурор не вырвался садил художников за выступ. Осторожно, религия. Осторожно, религия. Вы называете потерпевшую. Первая потерпевшая, священница храма. Ей нравится нравственность, ей нравится патриарх. Ей не нравится мой бать. Пришла в храм, начала протирать подсвечники. И вижу какие-то действия. Какие? Подпрыгивания, четкие сканированные подпрыгивания. Сканированные подпрыгивания! Благодатную энергию Святого Духа сильнее врача. Почему благодатную энергию Святого Духа не исцелила вас? Нет вопрос. Нет. Вижу, как детки дрыгаются на огонь. Сразу понял, этому нужно помешать. Одну хватаю, она на колени падает. Другую хватаю, она тоже не дается. Ну, вы решите. То есть, потому нравственные страдания еще. Не даются вам девушки. Не даются. Верится нам проходить одиночные пикеты в поддержку пусть рает. Нам была бассейна с плакатом Путина раздавить. Самое главное, что я человек достигший. Я уверен в себе, но я же все там политиком и главником. Вынесу из всего этого, что таких людей невозможно бояться. Я впервые за долгое время почувствую себя правым и уверен в причине. Путина раздави! Если верующие оскорбили тем, что мы забрались на огонь, принять его за сцену, то я прошу прощения. Как говорил Станиславский, не верю. Извинения недостаточно искренне. Кайца нужно не с улыбкой. Помни тебя, верю.